Welcome to the heart-pounding world of Vladik Brutal. In this video, I dive deep into the most brutal dystopian adventure you've ever witnessed. Join our protagonist, Vladik, as he navigates a dark and unforgiving dystopian world filled with danger and constant fight for survival. This dangerous journey challenges the very essence of humanity and the struggle for freedom against overwhelming odds. Get ready for thrilling action sequences, unexpected twists, and a thought-provoking narrative that will leave you questioning the future of society. Whether you're a fan of dystopian tales or just looking for an adrenaline rush, this adventure is sure to captivate and entertain. Don't forget to subscribe for more episodes as I continue Vladik's adventures in this chilling dystopian realm. Watch, enjoy, and let me know your thoughts in the comments below. Итак, новости, граждане. Вчера прогремел большой биологический взрыв. Запомните его внимательно. Это террорист, который не остановится ни перед чем. Всем гражданам сидите дома. На улицах многочисленные беспорядки. Спасибо за понимание. Чё-то я не понял. У меня чё, глюки, что ли? Thank you.
А ты тот хлопец, которого я жду. Как я понял, это вы инженер, о котором говорил Гаврюха. Я, это я. Пошли в дом быстрее. Я, как говорится, уже приготовил все. Времени нет знакомиться. Садись на стул. Чип будем доставать. Выглядит не очень профессионально. Посмотрите-ка на него. Нос ворочит. Выбора у тебя нет. Да и я свою работу знаю. Расслабься ты. Я введу разбавленный морфий. Возможно, ты отключишься ненадолго. Ладно, давай попробуем. Ёбаный в рот! Да что это за чертовщина такая? Я такого за всю жизнь не видел. Чёрт. Ничего-то нехорошо. Слушай, я не знаю, что с тобой такое. Я, значит, пытался чип это достать. Кожу разрезал. Она затягивается быстро. Я не могу достать чип из-за этого. Ты как будто монстр какой-то. Бля... Долгая история. Что с чипом-то теперь делать? Ой. Достать чип я не смог, но перепрограммировал его удаленно. Чип не будет работать часов эдак 6. У тебя должно хватить времени, чтоб незаметно прокрасться в город. Ладно, спасибо, я пошел. Стой! Пока ты спал, я оружие твое, значит, припрятал. Зачем? Меня, как говорится, предупредили, что парень ты диковатый, и чтобы ты нормально доехал, а не наводил шуму, пришлось перевести оружие на вокзал и там его спрятать. И ты меня не спросил? Зачем так делать? Да я и голыми руками всех могу угандошить. Воу-воу, тише, тише. Просто сядь в машину. Пока чип не работает, ты сможешь незаметно пробраться на вокзал, а там уже забрать свое оружие. Понимаешь, сейчас лучше вообще не высовываться. Я ж не знаю, что у тебя на уме. В какую машину? Мой знакомый отвезет тебя незаметно. Он уже, значит, ждет возле моего дома. У него и доступ есть, а по-другому ты никак не сядешь на поезд. Эхо-муха, вот видишь, силовики проверяют дома. Выйди незаметно с задней стороны, да полезай в машину. И давай без лишних вопросов. Здравствуйте! Что-то случилось? Вы ничего подозрительного не видели? Громко это было. Человека странного не видели? Нос у него нету, в прозрачных тонких очках. Кофта вязаная, с длинным рукавом, вся в крови. Рост 1.90 м. Здорово, ну чё, погнали. Если чё, у меня погоняло силы. Ага, приятно познакомиться. Советую тебе пригнуться. И желательно ничего не говорить. Нихера себе, у них тут все под контролем. Да это еще херня. Я дам тебе совет, лучше не попадайся на глаза силовикам. Чип у тебя хоть и не работает, но рожу твою все знают, так что аккуратнее. А ты меня до вокзала не докинешь? Нет, там опасно ехать и все перекрыто, сразу спалимся. Думаю, сам приберешься к вокзалу. Блин,
Ну ладно, попробую аккуратно. Ладно, покеда. Мне ехать обратно надо. Ага, бывай. Неизвестные вещества.
Возьму рулем ординатора и еще раз. Хотел билет купить. Да, как же жаль, походу сегодня поезда не ходят. Понял.
так. Thank you.
управления.
перехватил от полной координаты. На нем я и доеду. Конечная цель — красный некопор. Гаврюха, я уже возле военного поезда. Сейчас на него запрыгну и приеду в город. Владян, быстрее! Тут полный пиздец творится, где тебя носит? Похоже, на духе там не сладко.
я обычный рабочий. Да я не собираюсь тебя трогать. Вы куда побежал? Дебил, что ли? А, замечательно. Ну и кто теперь будет следить за управлением? На, ладно, сейчас попробую что-то сделать. Воу-воу-воу, что хуйня? Пиздец, блядь, видимо, посадка будет жесткая.
там случилось?
Да. Владян, ты что, заблудился? О, Гаврюха, ты там живой? Живой, живой. А я тебя вижу. А где ты? А ты обернись. Вон я сижу на крыше. А, ну я вижу тебя. Типа снайпером заделся. Ну типа того. Давай меньше чесать языком, нам надо встретиться. Ну ты это, не ссы, я тебя прикрою. Ну все, давай.
а мы тебя все ждали. Здорово, пацаны. Я смотрю, как обычно, все самое интересное пропускаю. Да ты как всегда. Как видишь, меня подстрелили, еле выбрался. А ты как обычно, цел и невредим. Что есть, что есть. Ну, как я понимаю, у нас тут намечается целая революция. Ща как раз покажу тебе план действий. Слушай внимательно. Мужики, включите проектор. Конечно, план простой. Тут особо думать и не надо. Но смотри. Мы здесь, уже рядом с башней. По периметру расставлены 3 БТРа. Зона в принципе расчищена. Остался маленький рывок. Тупо тараним стены, врываемся и все нахуй взрываем. Пока наши ребята отвлекают силовиков, ты должен ворваться в башню. Хм. И ты думаешь, я вот так вот просто смогу войти в башню? Ты да. Ты сможешь. Смотри, там везде расставлены энергетические ловушки. Никто из наших бойцов не сможет зайти, кроме тебя. Разве энерголовушки меня не будут трогать? Ну ясен хрен, они тебя не будут трогать. У тебя чип до сих пор так и не работает, а они реагируют только на чип. Ты чё, зря к деду ездил? Если один из наших бойцов пройдет через ловушку, то ловушка сфокусируется на чипе и поджарит его как котлету. Через энерголовушку могут пройти только представители спецслужб. Но мы с тобой давно уже не силовики. Так что пробраться сможешь только ты один. Понял, принял. Ну чё, это все? Ну а что тебе еще надо? Ты давай лучше поторапливайся. У тебя чип может в любой момент включиться. Ты чё, не понимаешь? Времени вообще нет. Пацаны, откройте дверь. Пора сделать финальный рывок. Давай лечись, я сделаю все по красоте. Это ты тот самый легендарный боец? Ну, не легендарный, но прошел через многое. Мы как раз тебя ждем. Без тебя не думаю, что у нас что-то получится. Откуда такой красивый БТР достали? Да, удалось его кое-как угнать. Ну, это самое. Тебе же ребята рассказали про план действий? Конечно. План прост, как палка. Разгоняемся, тараним стену, врываемся. Ну, а дальше будь что будет. Ох, как же я рад, что ты с нами. Ну, запрыгивай на БТР. Слушай, удачу желают только неудачникам, так что просто разъебите там все. Я уверен, что все получится. Это я умею. Ну что, парни, полетели!
Thank you.
ты силен, непременно. Я вижу в тебе отличного бойца. Я бы даже сказал, ты машина смерти. Но как жаль, что ты не блещешь умом. Пули тебя не берут. Мои солдаты ничего не могут против тебя сделать. Но как же удачно ты зашел в эту комнату. Она специально для тебя была сделана. Пули пулями. Но от гарда тебя не спасет твоя долбанная регенерация. Впустите газ! Смотри, эта тварь еще двигается. Интересный экземпляр, заключенный, проделал такой путь. У нас не так много времени, коллеги. Здание активно штурмуется, так что записывайте быстрее мои слова. В крови и тканях данного объекта обнаружена высокая концентрация пси-вещества, что способствует проявлению у человека своего рода способностей к установлению кожи, но если по-простому, регенерация. Необходимо провести быстрый эксперимент, чтобы убедиться в этом. Записывайте, коллеги. Сейчас я сделаю надрез. Не волнуйся, больно не будет. А чёрт. Так, ждем. Обратите внимание, насколько быстро заживает ранение. Это просто невероятно. Приведите его ко мне. Я хочу лично на него посмотреть. Господин президент желает вас видеть. Что ж, приятно было познакомиться. Господа, отведите его к мистеру президенту. Ты думал, будет какая-то финальная битва? Как ты красиво всех спасешь? Жаль, жаль, но такое бывает только в сказках. Придумай, как убить меня, и закончим с этим. Я не собираюсь слушать твою хуйню. На самом деле у меня нет к тебе ненависти. Я бы даже сказал, я восхищаюсь тобой. Проделать такой путь, да еще в одиночку. Скольких ты убил? Ты считал? А вот я считал. Этот взрыв, эти мутации, они даже сыграли мне на руку. Мутанты на самом деле безобидные, их нечего бояться. Они настолько никчемные, что уязвимы к ультрафиолету. Днем они не опасны, а убивать их одно удовольствие. Что касается повстанцев, это жалкие детишки, которым дали шанс поиграть в войнушку. Эти детишки добрались до твоей башни. Эти детишки справляются с твоими солдатами. Не думай, что ты один такой всесильный. Правду говоришь, но они не опасны. Я им по большей части поддаюсь.
Мне нужно, чтобы эти черви вылезли из своих норок. Если я обрушу сразу всю свою мощь, они опять спрячутся, как крысы. Все не так однозначно, как ты думаешь, код 48. У меня есть имя. Знаю, Влад, Владян, Владик, как тебе угодно. Пока повстанцы доберутся до последнего этажа, я уже улечу на вертолете. За меня не волнуйся. Опасен лишь ты. Но я дам тебе свободу, дам тебе власть. Ты будешь моей второй рукой. Зачем тебе возиться с этими крысами? Ты же этого хотел. Как ты себе это представляешь? Вот видишь, ты уже торгуешься. Мы подпишем договор, и мы с тобой партнеры. Освободите его! Не волнуйтесь, он не сможет мне как-то навредить. Я его не боюсь. Ну что, вот он, твой последний шанс. Подпишем и сядем в вертолет. Мы восстановим эту страну, и она будет все такой же великой. Ну чё, пидорасы, на кого теперь работать будем?